решил я как-то поменять вот такое. И скажу я вам, это дорогого стоило. Потому что пошел я в большой магазинчик Леруа Мерлен, посмотрел светильники, люстры, сколько там все стоит. Цены, я вам скажу, аховские. По внятной цене можно было до 1000 рублей. Можно было купить плафончик с LED-лампой. Вот, но меня не устроило его качество. Оно было слишком уж плачевным. Это был пластиковый плафон на железной основе. И LED-лампа, которая греется, ну, на которой даже написано, что нагреется до 120 градусов. Поэтому я решил взять обычный светильник-плафон, вот, со стеклом под обычную лампочку. Но поставить вместо обычной лампочки, опять же, этот LED-светильник на 16 ватт для экономии. И вот, в принципе, то, что у меня и получилось. Сразу выкинул патрон, начал монтировать LED-панель эту. Вот, она на магните оказалась, то есть даже не пришлось подкрепление подстраиваться, там что-то делать, менять. 4 магнита стояло, недуминовые магниты, очень сильные, хорошие, в принципе, очень сильно держат. Вот, прикручивать дополнительно я не стал, потому что магнитов вполне достаточно. Вот, и приступил к ее монтажу. Ну, просверливал, соответственно, 3 отверстия, вставил дюпели, прикрутил плафон, подключил LED-лампу, все, в принципе, работает, и она светит, ну, скажем так, на порядок лучше, чем то, что была обычная лампочка накаливания на 60 ватт, и которая, во-первых, очень много электроэнергии мотала, во-вторых, практически ничего не освещала там в прихожей. Вот, по монтажу никаких проблем особых не было. Вот, то есть, ну, как бы поставил, закрепил, все элементарно установил, подключил. Поэтому всем советую брать экономно такой светильник. Ну, выходит где-то 300-400 рублей вы будете экономить на покупке. Но опять же, плюс качество самого стеклянного плафона намного лучше, чем пластиковый. Непонятно, что с ним будет, конечно, плафон, который предлагают за такие же деньги, даже чуть большие деньги. Вот, ну и единственное, что эстетично, чтобы было, нужно, ну, подбирать уже под любой интерьер каждому свое. Вот, подключение там простое, ну, фаза 0, все через выключатель. Так что всем, кому было полезно, можете взять на вооружение.